Крымском федеральном университете завершилось обучение 5-го потока представителей органов местного самоуправления из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В течение 3 дней 125 управленцев освоили программу Высшей школы государственного управления РАНХИКС, изучили особенности российского законодательства и обсудили вызовы, возникающие в процессе переходного периода. У Крымского федерального университета и команды экспертов есть уникальный опыт. Эта встреча уже 5-я. Мы поговорили порядка с 700 управленцами муниципальных образований новых субъектов Российской Федерации. У нас есть понимание, что у них болит, чем им помочь, не в виде слов, а реально действиями, юридическими действиями, которые будут для них применимы на своих территориях. Первый и третий модули обучения были объединены и реализованы для слушателей очно на базе университета. Второй этап образовательной программы участники прошли дистанционно в своих регионах. За время обучения для государственных и муниципальных служащих прошли лекции, мастер-классы и практические занятия от специалистов Крымского федерального университета, а также представителей государственной власти и предпринимателей республики. Приятно вот слышать опыт вашей республики по внедрению таких очень важных социальных проектов. Очень надеюсь, что это все возникнет и на наших территориях, и мы тоже будем так развивать и свои территории, свой родной край, приносить пользу гражданам нашим. Представители управленческого состава органов местного самоуправления и подведомственных учреждений регионов рассмотрели вопросы, касающиеся системы органов и компетенций местного самоуправления, правового регулирования, конституционного устройства, развития территорий, основ муниципальной службы, публичной собственности, бюджетной политики и управления доходами бюджета. Кроме того, участники изучили тонкости закупочной деятельности, бухгалтерского и налогового учета, работы с обращениями граждан и другие темы. Также для слушателей прошла панельная дискуссия с участием федеральных и региональных экспертов. Прекрасно понимаю, что, коллег, большой путь впереди. В первую очередь, это приведение всех нормативно-правовых актов к российскому законодательству. Наверняка коллеги будут разрабатывать, и наверняка уже разрабатывают соответствующие переходные положения, что позволит плавно и безболезненно, в первую очередь, для граждан и государственных служащих перейти в, собственно, законодательство Российской Федерации. Поэтому с этим мы приехали, подсказывали, помогать, как правильно поступать. Вместе с Крымским федеральным университетом базой для реализации программы стали еще 3 вуза. Ростовский филиал РАНХИКС, Севастопольский и Луганский государственные университеты. Они реализуют линейный управленческий уровень обучения. Пресс-служба Крымского федерального университета.